На территории Подмосковья, где нет стационарных офисов Мособл-ЕИРЦ, для оказания услуг населению используют мобильные. Один из таких передвижных пунктов на колесах на днях работал в поселке Володарского. Как правило, специалист выезжает в эту точку раз в месяц. График составляется нашим руководителем. Он составляет график на месяц, выдает его. Этот график выставляется на сайте Мособл-ЕРЦ. Также о графике можно узнать по телефону контакт-центра Мособл-ЕРЦ. То есть люди могут позвонить и узнать, когда в их поселении будет мобильный офис. Жители уже привыкли к такой регулярности и приходят сюда передать показания приборов учета, оплатить счета, проконсультироваться по тем или иным проблемам. Чаще всего мобильные офисы посещают пожилые люди. Пообщавшись со специалистом, всегда можно решить свой вопрос. Кто не дружит с компьютером, да, у кого телефоны еще кнопочные, конечно, это удобно. Во-первых, и оплатить можно. Пришел, оплатил. Местные жители узнают о времени работы офиса из социальных сетей территориального отдела. У нас есть приложение в поселке Володарск, территориальный отдел, нам постоянно туда кидают объявления. И вот я узнала сегодня, что сегодня будет опять здесь представителем Мособл-ЕРЦ. Очень удобно, ну, сверить какие-то показания или передать показания. Я вот передаю за себя и за маму. В следующий раз сотрудники Мособл-ЕИРЦ посетят поселок Володарского уже в мае. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.